И, кстати, все видеообзоры вы можете посмотреть на нашем сайте. Здравствуйте, сегодня у нас всеми любимая колясочка от фирмы Joy Mitrax, но наконец-то обновленная версия. Называется Joy Mitrax Pro, коляска очень классная, думаю, все вы ее знаете, но и основные отличия, которые они сделали, это переделали от модели Flex, добавили в каждую коляску специальный пружинный блок, что обеспечивает комфорт вашего ребенка да по любой поверхности, куда бы вы ни пошли, ни поехали. Сейчас немножко поговорим о функционале, что изменили, что как происходит, что сделали и что здесь все было классно, как раньше. Первое, что они сделали, поменяли немножко структуру материала, но и поменяли систему проветривания, сделали ее более открытой и дополнили также систему проветривания в нижней части колясочки. Помимо всего этого, можно увеличить капюшон, также смотровые окошечки. Кожаная ручка так и осталась, выглядела всегда классно, хорошо, по функционалу тоже все прекрасно, регулировка в нескольких положениях. Ручка выдвигается очень высоко, но даже при этом у Joy есть большая особенность, у них нет балки между колес, и вы никогда не будете запинаться даже самым большим ростом. В комплекте идет подстаканник, механическая регулировка спинки, очень удобная, все делается одной рукой. Тросиковые тормоза, в котором не страшен ни холод, ничего, они всегда прекрасно работают и выполняют свою функцию. Оп. Очень интересные колеса, они переделали их. Раньше у них были надувные и цельнорезиновые колеса. Сейчас они выпустили новую систему колес, как это функционал, можно ее назвать. И система называется... Panzer Proof, что означает защита от проколов. То есть они достаточно мягкие, комфортные, но при этом не имеют никаких камер, но не мешают наслаждаться поездкой. Маленький нюанс, который они еще поменяли, про который забыли сказать, это бампер. Раньше он снимался с двух сторон и был цельный. Сейчас можете снять с одной стороны и легко посадить, либо достать ребенка. В остальном функционал коляски остался такой же классный. Удобная система складывания. Одной рукой нажали, потянули. Пожалуйста. Компактный, удобный, вмещается хоть куда, легко раскладывается. Также имеет возможность установки как короба с рождения, так и авторюльки. То есть эту коляску можно использовать как 2 в одном, так и 3 в одном, если есть такое... Слово забыл. Предыдущая модель этой коляски была очень широкая и удобная. Сейчас посмотрим, как это относится к этой колясочке. Но я думаю, здесь ничего не изменилось. Даже на взгляд видно, что она и все еще 94 сантиметра в ширину. Длину, точнее, это очень много. И 34 сантиметра в ширину. До 3-4 лет позволит путешествовать даже в зимней большой рукавиках, комбинезонах, одежде. Ширина шасси 58 сантиметров, что позволит ей проходить в любой стандартный лифт. Также осталась очень удобная функция именно в этой колясочке, что позволяет использовать ее вместе как с автолюлькой, так и коробом с рождения. Соответственно, колясочка может превращаться из прогулочной, как и 2 в одном, так и 3 в одном. Для этого сняли бампер, установили специальные переходники и можем фиксировать как автолюльку, так и короб с рождения. Раз, два, все готово. Также с этой функцией можно использовать короб с рождения. Чпок. Хотели бы еще раз вам напомнить, что у нас есть официальный сайт, где вы можете посмотреть все видеообзоры, посмотреть интересующиеся модели, всегда можете к нам позвонить. Но лучше всего приехать, чтобы ваш малыш мог посидеть, померить, подобрать кресло, в этом мы всегда поможем. Город Красноярск, магазин «Игра и Силбор».